Це була просто маскировка нашими флагами, вони прикривалися, вони за ХНР. ООО «Ісход», ну це сепаратисти, вони за ХНР, за що угодно, тільки не за єдину Україну. Ну їм діватися нікуди, тому що коли попытались комуністи вивісити флаг ХНР або щось, міліція навіть їх заставляє його убрати. Тобто ці флаги вже не проходять. Акция партии «Исход». Вчера в Харьковском городском совете состоялось совещание о запрете проведения данной акции. Харьковский городской совет обратился в суд апелляционный Харьковской области о запрете данной акции. Суд вынес решение также запретить проведение данной акции. Сегодня пришли 5 активистов партии «Исход». Судебные исполнители зачитали им решение суда, после чего граждане, вышедшие на акцию, ушли. Мы проводили их в автобус, дабы не создавать конфликтных ситуаций, и увезли их с площади. Сейчас установим их личности и отпустим. В автобус. Да какой выгонять? Ты что, меня нести будешь? В автобус, говорю. Ребята, что вы делаете? Аккуратней. В Киселев. Сюда иди. В автобус всех. В ближе подходите. В автобус всех садите. Ваша безопасность в первую очередь. Они... В автобус приглашайте всех. Что произошло, что здесь людям запретили, ну, это укладывается в политику, которая сегодня проводится, наше государство, вот, где свободы слова, демократии практически уже нет, отсутствует. Я вот единственное не понимаю, если 5 человек...